фрицы! Черт, новый отряд! Еще один на моем счету. Черт, меня ранило. Осторожнее. Я ранен. Херцог, осторожнее. Этому конец. Больше не видно. Готов! Думаю, мы перебили всех! Сегодня будет мясо. Мы прибыли сюда так быстро, как только смогли. Мы слышали, немцы пошли в контратаку и разбили нашу оборону. Бейкер, я был насчет тебя неправ. Сначала я думал, что ты застенчивый романтичный юноша. А теперь я знаю, что ты застенчивый романтичный юноша, способный убить каждого, кто встанет у него на пути. Это качество достойно уважения. Удивительно, о чем люди начинают говорить, когда отсвистят пули. Харцог рассказал о своих драках в барах, о том, как один лесоруб наградил его шрамом через всю щеку,
Аллен и Гарнет сказали, что они сами пошли в армию сразу после школы, не дожидаясь призыва. Когда подошла моя очередь рассказывать, я застыл, не в силах выговорить ни слова. Я понял, что все, что было прежде, не значило ровным счетом ничего. Жизнь начиналась теперь и сейчас. Мы должны встретиться с остальными отрядами в Вервилле. Самолеты вот-вот пойдут на посадку. Если планер заденет хотя бы один из столбов, ему крышка. Уничтожьте как можно больше этих чертовых штуковин. У него есть чертовски дурная привычка. Говорит о сложном так, будто это пара пустяков. Бейкер, командуй! Держимся вместе. Двинули! Вас понял! Ранен! Рыжий! Осторожнее! Парализован! Этому конец!
перезаряжаю оружие! Еще немцы! Бейкер, ложись! Надо их обойти! Они возвращаются! Черт! Новый отряд! Сержант, ложись! Продолжать огонь! Черт, меня ранило! Осторожнее! Меня попали! Ален! Берегись! Бейкер, ложись! Мне надо перезарядиться! Еще одному конец!
Сержант, ложись! Готов! Противник! Больше не видно! От нас не спрячутся! Им конец! Осторожно! Они возвращаются! Меня попали! Ален! Он ранен! Через патроны! Перезаряжай! Бейкер, ложись! Рядовой, этому конец! Еще одного! Прекратить огонь! Прекратить огонь! Сегодня будет мясо. Не тратить патроны! Ждать, пока они высунутся! Надо их обойти! Они возвращаются! Еще немцы! Сержант, ложись! Прикрой меня! Я перезаряжаюсь!
Еще фрицы! Бейкер, уложил. Патроны вышли! Сержант, ложись! У меня кончились патроны! Перезаряжаюсь! Угостим их огнем! Враг скован!
выстрел! Прячьтесь, гад! Теперь не выстрелите! Вложил. Продолжать огонь! Готов! Сержант, ложись! Огонь!
прокричали, сержант? Прячьтесь, гад! Атакуем! Огонь по противнику! Головерцы, сержант! Начинаем обстрел! Держать огонь! Противник парализован! Зайдем с фланга! Продолжать огонь! Не дать им высунуться! Занять новую позицию! Огонь по фрицам! Поехали! Есть! Им конец! Понял! Мах, скажем им! Угостим их огнем! Начинаем обстрел! Огонь! Не вижу цели, сержант! Огонь! Бегом! Вас понял? Зайдем во план! Еще немцы! Есть! Я ранен! Еще один на мальчик! Рыжий! Осторожно! Черт! Меня ранило! Осторожнее! Надо их обойти! Перезарядка! Ну, ложи! Что еще? Продолжать огонь! На что вы способны? Мне в него не попасть! По противнику! Не прекращать огонь! Кому первый прицелиться? Огонь по противнику! Враг скован! Заходим во план! Обходим с фланга! О, чёрт! Перезаряжаю оружие! Теперь не высунуться! Продолжать огонь! Готов! Больше не видно! Сегодня будет мясо.
Ох, я думал, мне уже не жить. Спасибо, что убрали эти штуковины. Я думал, нам конец. А вы ведь здесь с 502-м полком, верно? Я привез вам боеприпасы. У меня полный грузовой отсек. Берите все, что нужно. Я не могу уснуть, поэтому я проверил парней на посту, не спят ли они. Ночью мысли часто обращаются к дому. Я думал о Джорджи, вспоминал, как мы пускали самодельные ракеты во враге за домом и валили все на соседскую ребятню. Как в школе всегда ухаживали за одними и теми же девушками. Может быть, Джордж уже мертв, а я ничего об этом не знаю. Большую часть времени я передавал радиосообщения для Мака в штаб. С фрицами столкнулся только под самый конец. Похоже, у вас было тяжелое утро. Бейкер, к нам на помощь движется легкий танк М5. Поговори с командиром, надо зачистить город. Я не знаю, сколько здесь фрицев, так что будь начеку. Удачи, парни! Каждый раз мне приходится спасать твою задницу, Мэтт. Отдавай мне приказы, я буду их выполнять. Считай, что я в отряде.